Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Зараз поговоримо про таке. Гра в оселедець. Дніпрян запрошують зустріти Новий рік у лісі та з оселедцем. Сьогодні у наших гостях організатори Ігор Кочет, Людмила Кочет та Катерина, юна учасниця гри в оселедець. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Ігор, вам слово, почнемо з вас. Розказуйте. Коли, де та що робити в лісі з оселедцем взагалі? Ну, я скажу, що це вже не перше мероприятие, ми проводили несколько раз. Значить, по суті, нравится вот как-то провести Новый год на природе. Значит, ну, собственно, на природе, да, среди там каких-то деревьев, там с какими-то развлечениями. Вот. И, ну, собственно, делаем такой формат, что выезжаем, там все подготавливаем. Значит, и в этом году тоже, собственно, будет такой формат, что встречаем Новый год на природе, да, то есть, вот, и, соответственно, игра в селедку, как бы, ну, интересная такая у нас пошла тема, что, как бы, такая рыбная тема под Новый год, то есть мы попробовали один год сделать такой формат, что каждый участник приготавливает рыбу, жареная, там, печеная, вареная, какому угодно, да, и, как бы, все это дело приносит, ну, и мы так ходим, дегустируем, пробуем. Это как бы очень такой прикольный формат получился. Вот. И, соответственно, вот, и в этом году тоже хотим взять это как одной из фишкой. Вот. Ну и начали думать, значит, какую-то тему. И тему этого года, да, ну и как-то так где-то ассоциативный ряд с известным сериалом, как бы вот «Игра в селедку». Вот. Поэтому такое название и такой формат. Одразу хочеться у Людмили запитати, це не класичний Новий рік, не як там, так, коли жінки, дівчата наряджаються, оці коктейльні сукні, макіяж, а тут в лісі. Як вам така альтернатива Новому року? Ну, взагалі, ми до цього дуже часто зустрічали Новий рік у лісі. Взагалі, ніколи не зустрічали Новий рік вдома. Це, поки не зачинений був Крим, ми були в Криму, виїжджали туди, потім у лісі зустрічали, це окрема тема з ваннами, тобто була ванна, в яку ми набирали воду, і там хто захотів міг купатися, і все це було на природі в новорічну ніч. І от вирішили, що одного разу вирішили, що ми не будемо далеко в ліс від'їжджати, а от зустрінемо десь в межах міста, в лісі, на Фрунзенському. І нам дуже сподобався такий формат, сподобався, тому що приїхало дуже багато людей, яких ми не знали. І для нас це була інтрига, ну, який буде Новий рік, з ким ми його зустрінемо, які це будуть люди. І дійсно ніхто не приїжджав, звісно, ні в сукнях, ні в коктейльних сукнях, ні з сумочками, ні нафарбованим, тому що все це в лісі не видно і не потрібно. Всі були дуже розслаблені, всі зустрічали Новий рік так, як їм хотілося. Ми грали в різні ігри. Настільки було душевно, тепло, дружньо. Нам дуже це сподобалося. Ми вже в третій рік вже вирішили зустрічати Новий рік так само. Чи можна з дітьми? Так, можна. Можна з дітьми. Дуже маленькі діти, які не витримують дочекатися Нового року, вони зустрічають скільки можуть, і потім лягають собі спати в машині. Хто хоче, може взяти з собою палатку і постелити в палаці, хто хоче, може, ми дітям розстеляли такі, робили гамаки, вони в гамаках там лежали. Дітей багато, вони там одне одного розважають. Є Дід Мороз, який приїжджає. Це також, ну, спонтанно, ніхто ні з ким не домовляється. Тобто один із тат вирішив, що він буде Дідом Морозом, він наряджається, діти йому розповідають. Тихенько, ти це не чула. Вони розповідають йому вірші, він їм дарує подарунки. Ну, тобто це такий для дітей також дуже-дуже класний зустріч Нового року. І потім, хто хоче, може піти спати, хто не хоче, той продовжує грати з дорослими. Ігри активні, вони і для дорослих, і для дітей підходять. Клас, ви ж мене надихнули одразу. Ну що ж, Катю, розказуй, ти пам'ятаєш, як це було в тому році, у минулому? Що пам'ятаєш? Пам'ятаю, як ми. Ну, от, а що було власне в лісі? Лісі. Угу. Дід Мороз був. Що згадаєш? Розкажи, як було? Як Новий рік зустрічали в прошлом році? Дід Мороз був? Ну, в прошлому году Діда Мороза звали.
Сначала Деда Мороза, а потом Снегурочку. Ага. Скажи, а як би тобі захотілося зустріти цей Новий рік? Там вдома так сумно, або ж на природі, там з такими якимись іграми. Як класніше? На природі. А чому на природі? Чому тобі подобається на природі? Тому що на природі взагалі мені більше подобається на природі, тому що там чаще всього Дід Мороз не просто подарунки під ёлку кладе, а іменно виходить і там вірші розповідають. А, тобто треба якось заслужити подарунок? А що треба зробити? От вірші або ж там станцювати? Ну, вірші або якусь пісню. Скажи, а не холодно? Ну, якщо тепло вдітися, то не холодно. І тебе тепло вдягають завжди, батьки. Тепло-тепло. А ще, може, в якісь ігри між дітками граєтеся? Ну, були в доганялку там грали і в прятки. А не страшно в лісі темно? Ні? Тому що там вішають дуже багато лампочок. Лампочок. Ну, власне, пане Ігор, розкажіть про програму і про цю гру. Як в неї грати? В чому вона полягає? Що в лісі робити з оселедцем? Ну, ігра, собственно, почали гуглити по цій темі. Ну, как бы, да, придумалось, и оказывается, есть такая игра, игра в селедку, да, то есть она похожа на прятки, что когда прячется один участник, когда второй его находит, то, соответственно, он как бы прячется вместе с ним, потом там третий участник, который приходит, тоже прячется вместе с ним, и, в общем, когда последний участник приходит, обнаруживает вот всю эту толпу, ну, собственно, как бы, когда приходит последний участник, начинается празднование Нового года. Ну, то есть, по сути, у нас будет немножко похожая штука, да, то есть, как бы, где-то мы в лесу, где-то будем, участники будут новые подтягиваться, будут находить всю эту вот толпу, и, соответственно, когда все соберутся, начнем отпраздновать Новый год. Ну, вот, ну, понятно, что в программе будут какие-то активные игры, потому что, значит, ну, вот по опыту прошлых годов, да, температура была где-то там около нуля, там какой-то минус, да, и, собственно, как бы, ну, можно просто стоять мерзнуть, а можно играть в активные игры, и будет тепло и жарко. То есть, в принципе, мы в прошлые разы играли, и это было, ну, как бы очень классно. Вот, то есть, вот в прошлом году мы еще, кстати, взяли всякие лампочки, светильники, взяли генератор, все это дело осветили, и это было, добавило такое более жизнерадостного, светлого пространства, ну, как бы было, в принципе, все весело. В общем, мы, значит, думали, что мы там до часу, до двух ночи, в реальности мы там в 6 утра, по-моему, только там разошлись. Вот, люди постоянно там, кто-то, ну, кто-то там на 9 там вечера приехал, кто-то, допустим, встретил там Новый год где-то там в семье, с друзьями, вот, это именно новогодний, да, там, семейное, а потом там сели в машину, там пол первого, там в час ночи приехали к нам, еще там у нас потусили, да, кто-то там, наоборот, с нами встретил, там в два ночи уехал, да, кто-то там до самого этого, ну, то есть такой движ, кто-то приходит, уходит, как бы люди встречаются. Долучаются друзі, чи незнайомі люди також? Як багато в цьому році очікуєте в порівнянні з минулим? Ну, у нас как бы главное не количество, то есть нет цели там собрать толпу и прям побить всем количеством. То есть это по сути такой формат, ну, как бы, скажем так, больше лучше качество, да, лучше пускай придут там немного людей, ну, каких-то активных, да, которые там, с которыми будет весело встретить Новый год. Вот, соответственно, ну, по прошлым годам, да, есть, ну, я так понимаю, что есть люди активные, которые еще там приглашают друзей, да, друзья пускай там как-то менее там активные, но в целом они хотя бы посмотрят, что можно вот так встретить там Новый год. То есть, да, они приезжают, они там, ну, постояли там где-то, может, посмотрели, как бы, ну, они понимают, что, да, кто-то принимает участие там посильно, кто-то там елку наряжает, да, кто-то еще там что-то делает, там стол там готовит, поэтому как бы люди смотрят и, ну, даже как-то вот приятно, что как бы, ну, по сути, что есть люди, которым интересно поехать где-то в лес, там, в темноте, да, как бы, да, и встретить Новый год. То есть не просто там посидеть там возле телевизора, да, там поесть оливье, да. То есть в целом того, что есть активные люди, которые там сели и приехали. Вот.
Коли саме починається гра? Угу. І як грати? Ну, в 9 вечора. Это такое начало сбора, да, скажем так. Это вот такая вот игра, которая будет начальная, скажем так, продолжаться на часа два, да, где-то часов до 11, да, скажем так. Ну, когда так все соберутся, да. Вот. Ну, и обычно как бы мы там где-то часов в 11 начинаем, ну, по готовности людей, еще какие-то активные какой-то движ, ну, чтобы не стоять там не мерзнуть, да. Вот. И потом, собственно, встречаем сам Новый год, сам вот 12 часов, и дальше продолжаем тоже как-то активно. Активно играть, там кто-то разговаривает, кто-то там ест, кто-то вот такой вот движ происходит. Отже, одна людина ховається в лісі з оселедцем чи з чим ще, і як далі розвивається хід подій? Ну, это как бы, скажем так, вот игра в селедку, это как бы общая такая тема, да, это как бы вот прикол, то есть это нельзя сказать, что это вот именно какая-то конкретная, может быть, мы этот формат, ну, попробуем именно реализовать в виде игры, ну там 5-10-минутная, да, то есть именно попробуем там прятаться в лесу и ну вот так вот таким образом находить, да, ну то есть потому что это, ну мы не играли в эту игру именно никогда, соответственно мы попробуем и что из этого получится, посмотрим. Я бачила, що ви писали, що людина, одна людина з оселедцем та також з тортом. Да. Як ви вирішили поєднати торт з оселедцем? Ну, я думаю, что кто-то может есть селедку, кто-то может есть торт, кто-то может есть и то, поэтому я думаю, что люди уже будут сами выбирать свои вкусовые предпочтения. Пані Людмила, як гадаєте, не боїтеся, чи хтось може загубитися, наприклад? Такого не було ніколи. Чесно кажучи, там ніде губитися, дуже маленький лісочок. Ми робимо завжди, щоб там було світло. Тобто, навіть коли машина під'їжджає туди, де чи хтось приходить пішки, туди, де ми святкуємо Новий рік, вже там стоїть який-небудь вказівник, який світиться і вказує, а вам ось туди в лісочок. І потім там у нас і світиться ялинка, і дуже багато ліхтариків, і дуже багато світодіодної ленти там Ігор розкидує по всьому лісу, щоб дійсно було світло. Тобто, мені здається, що нас видно просто здалеку. И навряд ли кто-то здесь куда-нибудь может загубиться. Ну, в прошлом году был немножко прикол в том, что на мероприятии, когда я создал его на Фейсбуке, да, я указал, что там Фрунзенский лес. И в описании текста указал там именно координаты точные. А когда указываешь место Фрунзенский, он все равно ставит свою какую-то там точку. И эта точка отличалась от тех координат, где я поставил. И поэтому люди как бы пришли немножко туда, на то место. И говорят, ну мы же пришли, где все? Вот, поэтому как бы они звонили, ну я их перенаправлял как бы именно в то место, где конкретно. То есть, а почему вам звонили? Был, да. Ну, я имею в виду, что я в этот раз учел, я не указывал эти координаты, которые Facebook пишет свои координаты. Вот, поэтому нужно смотреть именно по месту, которое в описании, и приезжать в это место, и там, в принципе, легко это все дело найдется. Як щодо алкоголю? Чи можуть брати з собою містяни там алкоголь? І як от регулювати, аби, ну, ви розумієте? Ну, да, ми не п'ючі люди, і, соответственно, ну, как бы отношение такое. Если человеку там, если он там выпьет там вина там или может что-то ещё, ну, там, не знаю, до какого-то согрева, как бы, и, ну, если у человека нет цели именно прийти и вот выпить, да, и вот все жизненные интересы заканчиваются чисто алкоголем, да, то, как бы, ну, это, как бы, не наш формат, да, скажем так. То есть, ну, если человек просто вот, там какого-то для настроения что-то там выпьет, а если человек именно пришел вот именно там накваситься, то, как бы, лучше пускай выберет какое-то другое мероприятие, как бы, ну, я думаю, что это, как бы, не то мероприятие, на которое, как бы, стоит идти. Щодо вбрання, костюми, угу. Ну, окрім Діда Мороза. Ну, спортивна, ну, як спортивна, какая-то удобная обувь, одежда така удобна, і ну, там, наверное, ботинки актуальні для такої погоди, да, тому що, ну, посмотримо, звісно, що у нас там со снегом, з дождем, з камнем, ну, тобто, бути готовим к тому, що це, вот, по суті, лес. Я думаю, що тобто люди, які виїжджають в лес, вони, угу, в общем-то, розуміють, да, то, що їх чекає, яку погоду, ну, яку одежду одягати. Вот. Ну, може, щось сменне на всякий случай взяти. Будь-яка погода, гра в селедець не відміняється. Ні.
Ну, то есть, в принципе, нет такого. То есть мы вот там несколько лет назад ездили, встречали там минус 15, было на улице, как бы, и там это никого не пугало. То есть у нас там был формат, там, где застряли, там и Новый год. Это мы, ну, на машине ехали, когда вот был год, когда выпало очень много снега, и мы с трудом доехали вообще до края города. И потом просто там какая-то лесная дорога, мы вот просто на машине вот так грубо там, с разгона вот где, вот куда долетели, вот где застряли, там Новый год и встречали. Короче, это было там минус 15, где-то там тоже там холодно было, ну вот такой формат. Поэтому, в принципе, ну, нас какой-то погодой не испугаешь. То есть, в принципе, и по прогнозу это где-то около нуля, это нормально. То есть для людей, которые, в принципе, ведут туристический образ жизни, ну это... нормально, нет ничего-то там страшного, да, скажем так. То есть если бы это было там минус 30, то уже там, ага, нужно что-то там предпринять, какие-то меры, да, если это там около нуля, вообще абсолютно. У природи немає поганої погоди, да, так? Да. Главное, хорошо одеться, да. Що взяти з собою, окрім теплих речей? Їжа, можливо, якісь напої, от що саме, можливо, якісь там, знову ж таки, ліхтарики. Что брать с собой? Фонарики обязательно, ну, потому что там свет есть, но все равно удобнее, когда ты там подсвечиваешь себе, да, как бы. Еду, воду, в принципе, ну и, собственно, какие-то активные игры, потому что, в принципе, формат такой, что мы сами для себя организовываем мероприятия, да, то есть нет каких-то там вот массовиков-затейников, которые именно будут всех развлекать, да, то есть это тот формат, который хотелось бы, чтобы каждый участник, который приходил, то есть у него был какой-то в запасе там хотя бы там одна-две игры какая-то, да, которую он тоже может там провести, да, потому что мы тоже как бы хотим, мы же тоже Новый год хотим не бегать, не так сказать, не работать для всех там организовывать, а тоже хотим отдохнуть, тоже хотим, чтобы кто-то пришел и там какую-то веселую эстафету провел, а мы в ней поучаствовали, да, вот, то есть, ну, по сути, да, люди, вот те из наших там круга друзей, в принципе, понимают формат, они на прошлый год готовились, то есть вспоминали там какие-то игры, придумывали и тоже там проводили этот. Вот, то есть, несмотря на то, что... Но все готово не прийти. Да. То есть, это не тот формат, то есть, это именно как бы своими силами, да, то есть, вот собрались и своими силами сделали себе. И чем, как бы, мы будем более такие активные и подготовленные, да, то в целом это... То есть, есть какие-то орг-моменты, там, вот, ну, у меня есть генератор, я его возьму, может быть, еще нужно будет один, ну, именно подсветить. Там какая-то лестница нужна будет, фонари там повесить. Вот, ну, и, собственно, потом, когда мы там соберемся, да, люди, которые там, они задействуем, чтобы там свет протянуть, как бы там столы подготовить, там все такое. Добре, я вам дякую. Катю, ти зараз можеш звернутися до своїх друзів, до, можливо, своїх однокласників, до всіх знайомих, та їх запросити також в ліс. Спробуй, будь ласка, запросити дніпрян приходити до вас на цю гру «Василедець». От в камеру, будь ласка. Спробуєш? Давай, не стесняйся. Скажи, можеш перерахувати, коли ти хочеш просити? Ні. Ну, трохи Катюша соромиться, тому батькам доведеться запрошувати. Будь ласка. Ми запрошуємо всіх-всіх, хто хоче так класно відсвяткувати Новий рік, хто готовий прийти, бути активним, веселим, життєрадісним, буде готовим пограти в різні активні ігри. Ми запрошуємо на Новий рік. Беріть сільодку і приходіть. Я вам дякую, що сьогодні вас завітав. Я нагадую, що в наших гостях був Ігор, Людмила та Катерина Кочет, родина, яка організовує вже третій рік поспіль, так, гру «Василедець», і всіх дніпрян запрошує приєднатися та зустріти Новий рік у лісі з тортом та оселедцем, та багато смаколиками, так, і з прекрасною атмосферою. Нагадую, що ми говорили про саме так цю гру, як туди долучитися. Номер телефону, з вашого дозволу, я залишу так на статті на сайті телеканалу відкритий, аби можна вам подзвонити та запитати, що можна взяти з собою краще, записатися, так би мовити, грубо кажучи. Тож, на відкритому чекайте сьогодні статтю. З вами була Анна Громанчук. Дякую за увагу.